Журналистов приглашают на медиафорум «Про Кавказ». Он продлится с 28 июня по 1 июля в Владикавказе. В рамках конкурса отдельно учреждена номинация «Кавказ. Ломая стереотипы». Она посвящена формированию образа Северного Кавказа как динамично развивающегося региона. Участвовать могут журналисты со всего округа по любой теме социально-экономической отрасли, затрагивающей разные стороны жизни региона. Номинация направлена на позиционирование Северного Кавказа как региона мира и безопасности. Победителям вручаются 3 денежные премии. Первое место – 50 тысяч рублей, второе место – 30 тысяч рублей и третье место – 15 тысяч рублей, а также фирменные статуэтки.